Ребят, всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как работает большое телевидение. Сегодня к нам приехали ребята из программы «Чудо техника», это канал НТВ, которые будут делать небольшой обзор о всем приятных и милых зверушках, комарах. И сегодня мы вам покажем, как все это делается. Ну, как обычно, нашего шерпа облепляют камерами, как ежика. В принципе, все начинается с этого. Ну, лечь, вряд ли у тебя получится. Так, ну что у нас? Кто включать будет GoPro-шки? Да, кстати, GoPro-шки-то выключены. Да, включены, я их выключу, когда мы съедем. Сейчас все, мы, собственно, готовы. Что? А так и должно. Совершенно верно, совершенно верно. Что, как вы защищаетесь от них? В этих местах порой такие дикие насекомые, что дикие животные даже от них прячутся. Ну а что, представьте, вот такой клещ здоровенный. Да, да. Шучу, конечно же. Да, мы очень много использовали различных средств и пришли сейчас к тому, что используем вот такой фумигатор на газу. Ага. Вот такая штука, да. Она... Держите ролик, куда мы едем. Она за счет газа нагревает пластину, которая испаряет вещества, отпугивающие комаров. Вот такая вот штука. Что, работает? Это, по-вашему, самое эффективное? Да, вот то, что мы видели, это самое эффективное. Серьезно, я к вам приехала. Как раз самок комаров, которые будут бежать и биться с другими самками. Мне кажется, эта штука не особо должна работать. Сколько на моем, по моему опыту, сколько их не было, ни одну я еще не видел работающую. То есть вы такие тоже использовали, да. И не ну, как видите, здесь только мои следы, здесь да. Больше никто не есть. Мы спали на воде прям. А на чем она работает? На бензине? Дизельный двигатель работает на соляре. Хорошо. Сколько все. Ребят, тогда текстом не занимаемся, занимайтесь только картинкой. Все, готовь тогда этот. Коля. По тексту, Коль, 12 минут было текста неповторяемого. То 12 есть, минут? Да, я прям сидел за кроном. Так что там кусками вы резать все. Точно будете. Все, вот, тогда, глаза, ребят, тогда все. Тогда только квадриком снимаем. Герасим отлично говорит, он рассказывает все подробно, не односложные ответы, поэтому да, все нормально. Там есть что вырезать. Есть что выбрать, да. Ребят, я за текст сейчас не отвечаю, я просто говорю, если есть слабые места, мы переговорим. Если нет, то все. Мы снимаем только проезд на квадрик и заканчиваем с этой красотой. И едем в лес и работаем. Болото? Я стала орать. Я говорю, нет, я еще молодая, у меня ни детей, ни семьи. Мама! К чему? А у вас эта кепочка привязана, что ли, прибитая? Не, она на магните. У нас стоят магниты на кепочках, чтобы вот так быстро можно было раз камеру поставить. О, классно! Потом надо что-то снять тебе резко. Раз, ты взял, поснимал и опять прилепил. Офигеть! Сейчас запустим! А, не слышится. Можно или нет? Сейчас запустим. Так. Как запустите, скажите. А мы можем развернуться. Вот, все, да. Питание. Так, я тоже запустился, сейчас скажу. Мы можем их вообще шторкой отгородить. Нет. Это пятая группа, второй дубль проездов по воде. Катаемся кругами по воде.
Так, по воде катаемся, да? Где угодно, главное, не надо. Прям правда, что провода есть. Ну, а вода у нас сколько проводов проходит? Значит, там. Вот там. Вон на ту воду? По крайней мере, там. Давай мы туда съездим. Если что, тогда... Я думаю, что, скорее всего, один круг, где он даст. Нет. Ребят, это молния сюда встегивается. Ну, шторка. Она не опускается, она... Не, она сюда пригона, она черная шторка, она сюда пристегивается, это чтобы не топить. Также есть антимоскитная такая же сетка, сюда пристегивается, на магнитах крепится. Ты специально, да? Нет, куда? Я сейчас вот думаю, конечно, придется, наверное, выйти тебе чуть-чуть подтолкнуть, потому что мы застряли. Ребята, видели, сколько писку было? Вы что, вот на Эдхаммер вот тоже снимали? Конечно. Это будет у меня на канале. Какой позор. На всю страну. Это работа, работа. Вот так вот снимают большой телевизор. Сказали, чтобы попищали? Попищали. Вот такие вот гупрошки висят. Что это? Что это? По-быстрому. Что? По-быстрому. Что по-быстрому? Это чудо техники. Туда и обратно, я имею. Ну, по-быстрому, да. Ну, хорошо. Хорошо. Привет, это я, чудо техники Галия, да? Ну что ж, ребят, сейчас мы приехали на совершенно другое место. Это лесок. Здесь много комара. И сейчас мы будем готовить суп без картошки, без соли, но с мясом. Но с комаринным. Так что смотрим дальше. Ребят, кому надо 2 марка, продам точку. Один марк. Один марк, вот съемочная группа взяла и забыла его. Сейчас я вам продам точку, только надо доехать быстрее, чем я на шерп. Давайте, пробуйте. Конечно, не забываешь. Наверное. А кто пищал в канале? Катя. Да, я что-то сзади тоже слышу. Ребят, съемочная группа просто забыла 2 камеры, ну где-то средней стоимостью в 300 тысяч рублей, вот, и мы просто съездили, их забрали. Вроде никто их не пнул в лужу, не прибрал к рукам, все прошло нормально. Спасли. Спасли. Ты как в первом ряду сидишь, из стекла нет, ничего не давит. Писка, ни звука. Это
сейчас я по сюжету должен выехать на эту лесную дорожку, вот на эту, и от нее уже возле лужи там остановиться где-то. Не знаю, где, возле какой лужи. Зачем? И что я им сделал? Ну ладно, остановимся. Вот так, через 5 секунд включаем двигатель и едем. Сигнализирует о том, что зажигание включено, но мотор не заведен еще. Тут не забыть. Запомнили, стоп, мотор. Отлично, ребят. Стоп. Смотри, остановился как. Прям вообще сантиметр, сантиметр просто. Идеально. Идеально, хорошо. Все, ребят, пока сейчас стоп, на секунду мы сейчас определимся. Достаточно сложная, трудная работа съемочной группы. Но все можно вытерпеть. Таскание вот этих больших штативов, прочее, беготня. Все. Но когда дома забывают колбасу, которая была приготовлена на всю съемочную группу, это просить нельзя, мне кажется. Вот, народ еле ноги таскает. Посмотрите, человек уже на 3 размера похудел, из штанов выпадает. Правильно, вот надо так вот. Худеть, нечего жрать. Ладно, сейчас мы будем варить жрать суп нечего. Из сайры. Не знаю, как его можно будет есть, но, наверное, съедят. Катюш, значит, смотри, как ты делала. Катюш, с этого кармана же доставала. Смотри, достала, показала, но кинула в машину вот этой рукой. Вот так. Потом берешь беленькую, я вот это возьму, крупно сейчас покажем. Потом набрала и кидай, все. Конечно, кинет она все нормально. Да, кидай в голову, голову точно защитят только руками. Ребят, скажу вам интересную вещь. Мы снимали несколько дублей, на всех дублей она бросала. Зеленая с зеленой крышкой, зеленый с красной, синий и желтый. И только в последнем дубле желтый с синим. Дайте людям хоть что-то в комментариях-то написать. Вы где-то ошибитесь, что же вы прям... киноляпа. Вот да, не говори, вот эта вот правильная вылизанная телевизионная картинка, а вот тут уже. Все ютуберы, все интернетчики так говорят. Ну, конечно. Там где-то я не знаю. Да, у вас больше жизни, чем на телевидении, да. Но зато нас приятно смотреть. Я бы за это время уже 2 рыбалки бы отснял. А у вас сколько сюжет, простите, будет по времени? 7 минут. В лучшем 7 минут. Случае 9. А я уже знаю, что час, минута съемки какого-то сюжета, это час времени, плюс час подачи и час отъезда сборов. Итого это 9 часов времени надо рассчитывать. Съемочно, конечно. Но у нас вот немножко побыстрее, наверное, сегодня получится. Может быть. Может потому быть. Что пока мы не в графике. Что попадет мое, может попасть на него. Поэтому говорю отдельно. То есть вот считай, я зашел в лес. Вот, или встаю. Все, я просто пшикаю. Хорошо. На одном каком-то месте, да, чтобы он крупный взял. Лес, выше, теперь руки давай. Пшикай, пшикай, пшикай руки. И потом из кадра, когда по команде выйдет. Все, да. Все, давай. Выходи. Напоминает вкус детства. Конфетки взлетные. У динозавров, поэтому вы помните. Ну что ж, ребят, я хочу вам показать, что съемочная команда делает слаженно, безоговорочно с первого дубля. Она ест. Держи. Хотя многие хотят после этого повторить. Держите. Но дубль будет только один. Катюша. А вот если бы мы делали обзор хотя бы печени трески, было бы гораздо приятнее. Да. Печень трески — это такая прекрасная вещь. А вы ели? Проеду, настоящую живую, только что выловленную. Я ее в Накольском ловил сам и ел потом. Да. Любимое блюдо людоеда. Катя, как вы ее готовили? Печень мента. Банку поставьте в эту в тарелочку, а то он льется. Будут ароматы рыбные. Ароматы.
Юг, пусть он там стоит, он уже был заявлен. А вот у нас, грубо говоря, границы как. А Катя принесет. Ты можешь, понимаешь, смотри, Катя принесет дрова, ну ты можешь здесь маленький какой-то уже начать. Я понял, я сейчас бересты наберу вон там на этих на бревнах. Да, отлично, есть. Отлично. И здесь у меня, чтобы было уже, чтобы я начал уже что-то разжигать. Я предложение другое, вернее, дополнение. Я бы уже разжигал, даже может быть оттуда какое-то бревно притащил. Разжигал. Она за хворост, она принесет только тоненькие веточки. Бревна-то она не потащит. Сачок, куб. Нам ночевать здесь еще всем. Ребят, сейчас стемнеет, давайте. Утром по солнцу начнем уже снимать дальше. Да смотри, стол здесь, стулья, костер будем тут здесь. Пока стол здесь, стулья, костер вот здесь. Ну да, вот в этом месте. Угу. Вот, тогда, чтобы опять же за пределы не уходить, то есть да, давай тогда бересты наберем сразу. Дров тут валом везде, вот, я вот, сейчас вот, да, вот скажу вам, наберу. Дрова лучше здесь, вон ветки еще всякие. Не, ветки вон они, вон. Нет, я в плане, смотри, я сейчас запущу камеру, чтобы тебе не выбегать просто из кадра. Я сейчас давай что-нибудь принесу, давай, вот сюда давай, брошу, давай. И отсюда как бы возьму, поотрубаю, у меня есть мачете, я ее посрубаю. Да, тогда так и делаем. Ну что, быстро пошли комаров искать. Сейчас найдут комаров сразу. Съемки, мы забыли котелок для супа. Всего-то. Да, жарим мясо, хотел сказать, жарим хлеб. Забыли котелок для супа, приходится есть хлеб и пить воду. У меня так-то тушенка есть. А у нас так-то есть консерва. Но она холодная, а тушенку разогреть. Горячая. Хорошо, да, плюс это средство, ни один комар не укусил. Это ветчина? А откуда она? Из Стамбула. Стамбул. Откуда? Стамбул, Стамбул. Ты зачем усы сбрил? Дурик. У кого? Откуда? Оттуда. Что, скажи просто, я в съемочной группе самый умный и самый красивый. Комары ко мне подлетали, любовались и падали от восторга. И все. Кстати, надо было лаком еще тоже побрызгать кого-нибудь, тоже, наверное, не подлетали бы. Здесь съемок. Да, я ходила все это время за Катей. Фотки, Юрий, фотки. Ну что ж, я приготовил костер, в нем картошку. Да. Сейчас буду кормить. Все, Герасим. Кормить. А то они что-то заработали, скоро в обмороке падать начнут. Прям на ходу. Я бы закончил бы сюжет, бы. Такие съемочные группы валяются на земле, и сверху комар такой здоровый, весь в крови такой, да. Такой 40-литровый бетон на ножках, такой, еле взлетает. Не работает. И половина съемочной такие, знаешь, как эти резиновые фигурки сдутые. Сдутые, да. Высосаны. Я себя чувствую как-то это неправильно. Как? Это я должна так стоять. Как вы неправильно себя чувствуете? Да. Непривычно. Так, ну что, вроде давайте, все ребят. Вытащили, да? Подожди, вот эти. Что ты, милый? Постойте, он все время что-то задевает. Так, да, ну что, все, да? Съемки окончены. Да. Ребят. Данный сюжет будет показываться 25 июня в 11 часов утра. Это будет воскресенье. Не проспите. И не забудьте меня поздравить 24-го с днем рождения. Все, всем спасибо. Пока. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.